мы проводим свой 11-й традиционный турнир памяти детского хирурга Баглоенко. Ценз, ребят, разный, начиная от 11 лет и заканчивая 20-летние боксеры будут выступать на ринге. Возрастная категория, то же самое, юноши есть и 35 килограмм, и будут боксировать тяжи 91 килограмм. Вот, пригласили, как обычно, наших друзей с ближних регионов. Это Светловодск, Кировоград, Александрия. В нынешнее время, скажем так, не очень легко приехать. Это финансовое, прежде всего, положение. Вот. Я думаю, покажут ребята хороший, красивый бокс. В этом году еще мы проводим, хотим здесь разыграть титул за чемпиона города, пояс. Это будет 10-я пара, два боксера с Кременчуга, Тарасенко Данила и Гординский Мариус. Значит, мы проводим наш турнир 24-26. То есть 24-го это сегодня день открытия, мы проводим 11 пар. Завтра будут боксировать юноши, тоже все возрастные категории. И в субботу финал у нас будет. Можно сказать, в этом году новшество. Так как у нас девочки тренировались, и были у нас и интересные девочки, в плане того, что были хорошие результаты, участники Европы. В этом году сейчас подтянулись, и мы решили провести такой показательный бой. Это первые бои их. И пусть начинают, пусть боксируют, а там посмотрим. Доказать всем, что девочкам есть место в боксе, и мы можем боксировать так же, как и мальчики, наравне. Не страшно выходить? Нет, волнение. Но есть волнение, но не для страшно. Вас, для кого это, какой по счету уже бой? Первый бой. У меня второй. Первый мы видели, а как у тебя первый сложился? Первый у меня тоже ничья была, мне поставили. Впрочем, неплохо было. Кто вас тренирует и как долго вы занимаетесь боксом? Я занимаюсь третий месяц. Александр Степанович Гайдай. Ляхова Александр Николаевич, я уже занимаюсь, пошел третий год. Я так понимаю, вы в жизни дружите, да, между собой? Да. Как это подруги выходить в ринг и, как ни крути, а бить по лицу друг друга? На ринге мы противницы, а в жизни подружки. Это не мешает, да, совершенно.